Сотрудники Славянской полиции совместно с представителями общественного совета провели акцию «Студенческий десант», приуроченную ко Дню российского студенчества. Акция направлена на предоставление общественности полной и достоверной информации о работе полиции, а также на привлечение учащихся и студентов для дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел. В мероприятии приняли участие учащиеся выпускных классов школ города. Начальник экспертно-криминалистического отдела Александр Мурзинов познакомил ребят с особенностями проведения экспертных исследований, продемонстрировал гостям специальный унифицированный чемодан-криминалист, где хранится минимальный набор средств, необходимых для фиксации и изъятия следов на местах происшествий. Молодые люди увидели, как происходит процедура дактилоскопии. Далее инспектор-кинолог отдела МВД России по Славянскому району Александр Вознюк поделился опытом дрессировки собак и рассказал ребятам, что обучение подопечных происходит с помощью простых игр. Одна из главных черт служебной собаки, которая прививает ей, это выдержка и послушание. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Анна Миронова рассказала ребятам о профессии сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения и действующих подразделениях госавтоинспекции, о вступительных испытаниях вузы МВД России. А настоятель Свято-Пантелеймоновского храма протоиерей Георгий напомнил детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и обязательном ношении светоотражающих элементов в темное время суток. В завершении встречи учащиеся смогли задать сотрудникам полиции интересующие их вопросы о плюсах и минусах профессии, специфике работы.